Ну, сегодняшних соперников разделяет всего одно очко. В случае победы гостей они опережают «Витязь», вытесняют его из восьмерки. Ну, а что касается «Витязя», то вчера «СКА» сильно помог подмосковной команде, обыграв «Спартак», вытащив тяжелейший матч за 30 секунд. Пас Константина Семина. Квадрат Малевича сейчас в защите у «Северстали». Не самый мобильный защитник. Тоже гол! Казалось бы! В дырку попало, в дырку, я уверен. Прокрутились ворота. Такой сильный бросок. 1-0. Ну, продефундировала шайба, знаете, одной... Ну, вверх полетела шайба. Ну, почему же мимо-то ворота? Устал лидер атак «Северстали». Ну, скорее всего, он уже не лидер атак, а харизматический лидер. Сторожил команду, ее гордость. Ну, грубовато. Жестко, это куляш. Финиш куляш. На глазах судья. У арбитра. Да, некрасиво исполнил. Это толчок на борт, дорогие друзья. Катичев пострадал. Сразу на льду появился молодой Кожемякин. Вот он, 16 номер. Совершает несколько таких па. Еще раз Евсеенков рядом со штангой. Никулин. Гол! Макеев между ног вратаря, по-моему. Да, поставил клюшку. Наигранная комбинация. И за 48 секунд до окончания первого периода «Витязь» открывает счет. Сразу же количество преобразовалось в качество. Вот Никулин выцеливал. Да, очень тонко сыграно. И заметьте, на Киеве швец роговой топтали пятачок, столбили пятачок. Надо исправляться Никулину. Защитник попадает в шайбу и гол. Швец роговой поставляет шайбу после рикошета. Макеев отлично отдал с неудобной руки. Показал вратарю бросок, а сам отдал. Обошлось гостям удаление до конца матча Дениса Кулеша. Точнее, Евсеенко надо быть. Алтынин. Алтынин, гол! Мир Алтынин, 3-0. Три гола в большинстве. Прекрасный урожай. Вратарю стоит посочувствовать. Хотя в таких ситуациях замена напрашивается. Кто у нас сегодня в резерве? Все «Северстали» стоит посочувствовать после этого грубого приема. Еще есть 45 секунд. Не надо торопиться. Спешка плохой, союзник. Не спеша разыгрывали. Никулин. И гол! Чернов все-таки свою шайбу забросил. Узнав, как «Витязь» обыгрывает «Северсталь». Хотя не будем торопить события. Хоккей всякое случается. Малевич шайба. А вот этот может бросить бросок. И заваливается шайба под мышку вратарю. После броска Малевича. Ну, нарисовал, так нарисовал. Не щелчок, конечно, убойный. Наш соперник – хоккейный клуб «Нефтехимик» Нижнекамск.